4 апреля 2020 год. Харьков. 20:25 по Киеву. И несравненная луна. Величаво по кадру перемещается. Да, но это, к сожалению, поднимается ветерок. Никогда такого не было, и вот опять. Все. Ладненько. Красота. О, стих вроде. Я все следы Армстронга пытался рассмотреть. Мне в комментариях пишет, флага там американского не видно. Сдуло, наверное, флаг американский. Смерч у него вместе с Элей татушкой. Был давеча в Канзасе. Во время урагана прямо надо мной пронесло Элей татушку. Я их не сужу. При подобных обстоятельствах и меня, наверное, пронесло бы. Так. Смотрим теперь Венеру. И идем выкладывать всю эту красоту. Всю эту красоту, в смысле Венеру, Луну и Венеру, не просто Венеру, а Венеру с Плеядами. Они так сейчас красиво присоседились. Венера пристроилась на ручку ковша Плеяд. Сейчас будет немного трясти. Это все воздушные ямы. Разве не прелестно? Разве не чудесно? Вот и beautiful sight. Ладненько, посмотрим на Венеру. Персонально 93 миллиона километров до нее. Куда ж ты убегаешь, лапочка? Я же на тебе не женюсь. Да? Зараза, ну ветер, ну что я сделаю? Извиняюсь, но с погодой не поспоришь. Ну и так ничего. Утром намереваюсь пойти поснимать поднимающийся на рассвете Юпитер с галилеевыми спутниками, Сатурн и Марс. Они там сейчас втроем рядышком по утрам. Повезет с погодой. Выйду с утречка поснимать. Лады.
Давай, на Луне закончим. Четвертое апреля 2020 год, Харьков. Луна, наверное, кудричка уже будет за горизонтом, хотя не обязательно. Ладно.